По всей стране 28 июля отмечают Крещение Руси. В храмах проходят литургии, а в полдень во всех церквях России звонят колокола. Официальным праздником крещения в России стало 10 лет назад. Дата была выбрана не случайно. 28 июля отмечают День памяти князя Владимира, который более 1000 лет назад принял христианство в Византии, а затем крестил всю Русь. День крещения Руси, который сегодня отмечается, конечно, имеет особую важность и ценность для нашего русского народа, для нашей страны, потому что мы вспоминаем этот день, тот выбор, который совершил князь Владимир, приняв христианство и крестив Русь. Это цивилизационный выбор. Мне хочется всех жителей города Рязани и нашей страны поздравить с этим светлым днем, с праздником, с днем крещения Руси и пожелать, чтобы тот выбор, который совершил князь Владимир, это был выбор каждого жителя нашей необъятной родины. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».